весна. Весна 96. Последние новости. У нас свобода и демократия. Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу. При такой езде главное выжить. При такой свободе проявляются не взгляды, а характер. Мне вообще кажется, что в России взглядов не бывает. Здесь только обиды и характеры. Люди так и распределяются по партиям, в зависимости от обид и характеров. Люди, у которых жизнь не получается, требуют запретить, отобрать и поделить. Они за свободу, но по справедливости. То есть одеяло одна штука, сапоги одна пара, перловка один килограмм, а чтобы было точно по справедливости, делить будет он сам. В Одессе, между прочим, прошла первая всеобщая забастовка. Жаль, никто не заметил. Место выбрано неудачно, там и раньше никто не работал. Зато в Одессе, как и на Украине, расплачиваться стало легче. За килограмм колбасы килограмм денег. Тяжело, конечно, полные кошелки денег на базар тащить. Зато все есть. А общаться в Одессе не с кем. Вот странно, в Одессе не с кем общаться, в Америке не с кем общаться, в Израиле не с кем общаться. Куда же все поехали? Внимание, в аэропорт Шереметьево прибывают пассажиры рейса 2893 Архангельск-Москва. Сам самолет отсутствием горючего остался в аэропорту Архангельск. В России стало жить интересно как никогда. У нас в России появились первые в мире разорившиеся бедняки. Ни одного разорившегося банкира и масса разорившихся бедняков. Время от времени в каких-то коммуналках, подвалах выскакивает человек в лохмотьях с криком «Я разорен!» и пытается застрелиться из газового баллона. «А вы не играйте в азартные игры!» — говорит государство из постели. «А вы не верьте тому, что он вам обещает! А вы поезжайте по стране, проверьте его активы, недвижимость и только после этого взноситесь!» «Да, — говорят клиенты, — кинувшиеся по 5-6 старушек на один вклад. Только после этого? Конечно, только после этого, говорит государство. А что ж вы раньше не сказали, кричат клиенты. А что ж вы раньше не спросили, говорит государство. И вообще, как можно верить тому, что вам говорят по телевидению? А как же не верить? Мы же все 70 лет. Идите, потолкайтесь в очередях. Там все официально. Весна 96, я только что был в Прибалтике, между прочим. Всем нравятся деловые русские в Латвии, деловые русские в Эстонии, деловые русские в Литве. Собранные, энергичные, деловитые, напоминают бывших евреев в России. Украинская таможня на границе с Россией свирепствует. Наркотики е, оружие е, газовые баллоны е, нет, а у вас купить можно? Что-нибудь подберем. На Украине вообще строго соблюдаются национальные приоритеты. В Одессе уже говорят, что человек произошел от украинца. В России говорят, что человек произошел от русского, евреи загадочно улыбаются. После 70 лет простоя все телевизионные новости через обнаженную женщину, чтобы смотрели внимательно. Самолеты, трубы, эшелоны между ног. Оттуда же сыпется цемент, стройматериалы и коттеджи. Заходите, покупайте. У нас в Москве, наконец, в ответ на бесконечные угоны автомобилей появились первые настоящие противоугонные устройства. Сидение шприц-штык. То есть при посадке угонщика срабатывает шприц или штык взад. Единственное, что важно, не забыть об устройстве перед собственной посадкой. А в это время по телевидению с народом играют все. Поля чудес, эль-клубы, проще простого. Букву угадал миллион, слово угадал автомобиль. Народ носится, заучивает слова. Свадебная церемония древних ацтеков, 6 букв. Долбанная лодка американских индейцев, 5 букв. Температура воды в римских банях. Ходят невменяемые, выучившие наизусть половину энциклопедического справочника. В общем, стреляют, колят, богатеют, торгуют, грабят, убивают. Расстояние между социализмом и капитализмом стремительно сокращается. В промежутке мечутся сатирики, то ли стягивая, то ли расталкивая эти две системы. Спасибо за внимание.